самый красивый спорт. На несколько дней Иваново стало центром притяжения для юных талантов художественной гимнастики. На базе 9-й спортшколы стартовали всероссийские соревнования на Кубок общественной организации «Русь». 30 городов участвуют, и Сыктывкар, и Новосибирск, ну и, соответственно, центр России, Москва, Московская область и более 400 участников. Очень много маленьких талантливых гимнасток, также выступают опытные мастера. Соревнуются юные грации в групповых упражнениях и индивидуальной программе. У каждой участницы есть не больше полутора минут на то, чтобы обратить на себя внимание судей. Оценивают выступления не только по таким критериям, как техника исполнения и артистизм. Художественная гимнастика – это спорт, граничащий с искусством. Потому, кроме прочего, гимнастки должны тонко чувствовать музыку, а выступление с предметами – вообще магия. Чтобы так порхать с обручем, буквально каждое движение должно быть отточено до автоматизма. Все это результат ежедневной работы самих спортсменок и, конечно, их тренеров. Трудиться надо много и всегда. Только тогда ты дойдешь до своих поставленных целей. Надо каждую тренировку делать шаг вперед. Гимнастки борются не только за кубок. Каждое соревнование – опыт, который ценен едва ли не больше золотой пробы. А каждый успех – еще одна ступень к спортивным вершинам. Что для участниц волнение и самоотдача, для зрителей – истинное удовольствие. На этот раз повезло ивановцам. Насладиться выступлениями и поболеть за наших гимнасток можно будет в течение всех выходных. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.